Со школьной скамьей 11-классники 28-й школы прощаются традиционно на торжественной линейке. К слову, торжественно и празднично ее делают детали. Букеты цветов, гирлянды шаров, звуки нестареющего вальса и, конечно, главные герои – выпускники. Экзамены, ЦТ, выбор университета и поступление – все это завтра. А сегодня улыбки вперемешку со слезами, чувства, эмоции, много фотографий. Эти кадры на вес золота, ведь для выпускников последний звонок – нечто большее, чем просто мероприятие. Такие нарядные и такие взрослые. Они сегодня немного грустят и вспоминают, каким был этот учебный год. Гуляли вместе, общались, снимали видео, веселились. Ну, вот это ощущение, что вы последний год вместе. На самом деле сейчас не верится, что мы уже выпускаемся. Ощущение, что это не у нас праздник. Линейка последняя. Очень сильно волнуюсь, потому что последний раз с одноклассниками видишься. По времени школьная линейка такая же, как и самый обычный урок. Но сегодня на часы никто не смотрит. Возможно, потому что ребята и сами не заметили, как пролетели 11 лет учебы. 11 А под руководством классного руководителя Марины Радковец – единственный выпуск в 28-й школе. За своих будущих инженеров, врачей, бизнесменов, политиков и ученых педагог не переживает. Говорит, выпускает во взрослую жизнь хороших людей. А это главное. Хочу пожелать им энтузиазма, уверенности в себе. Пусть все жизненные преграды, которые встретятся на их пути, окажутся очень легкими, чтобы они были настоящими людьми, чтобы доброта, состояние души помогало им преодолевать эти трудности. А я их запомню, конечно же, как добрых, честных, жизнерадостных. И всегда буду рада встрече с ними. Каким этот год был для 28-й школы? Успешным. Учащиеся отличились знаниями и победами на районных и республиканских олимпиадах, и не только. Много достижений различных по направлениям конкурсов всевозможных, в том числе республиканский конкурс ФЕМИДА и несколько конкурсов, проводимых различными силовыми структурами, так как школа сотрудничает с Академией МВД, с Департаментом охраны, с Московским РОВД, ну и многими другими подразделениями. Счастливого плавания в море жизни желали в этот день виновникам торжества все директоры, учителя, сверстники, родители, первые лица города. Я встретился с выпускниками этой школы еще до линейки и попросил поднять руку тех, кто видит свое будущее именно связанное с городом Брестом и кто предполагает получение образования именно в Бресте. И очень приятно был удивлен, что подавляющее большинство выпускников решили поступать в брестские вузы. То, что, конечно, у них статус выпускников тысячелетия, делает их сегодняшнее мероприятие незабываемым. Легко вспомнить, в каком году они окончили школу, когда Бресту было 1000 лет. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам нашего города, а их сегодня более 2000, удачи на тех испытаниях, экзаменах, тестированиях и выбора профессии в соответствии своих способностей, желания и приложение своих усилий жизненных именно на развитие нашей родины, нашей малой родины, нашего города Бреста. Выпускники 2019-го запустили в небо воздушные разноцветные шары в знак того, что именно с этой минуты их книга жизни пишется с новой и не менее интересной главы. Началась она с фотографий на память с мэром города Александром Рогачуком и напутственных слов, оставленных градоначальником на красных выпускных лентах. Пожалуй, отличный старт во взрослую жизнь.